Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием PUBG Mobile, и это небольшая нарезочка интересных моментов. Так, надо примерно вычислить, в какую сторону вообще смотреть. Мне кажется, четверо экстремист, там. Или трое. Они с кем стреляют, что? Или это они в нас? О, вижу, бежит чувак. У меня ходит он сам. Это бот. Он у меня сам ходит. Там поднимают, что ли? У меня залагал, он сам ходит. Что мне делать? Подпрыгай назад, вперед, вперед, влево. Блин. Работал? Нет. Ну ты не умеешь, потому что прыгать правильно. О, все. В нужный момент я бота мог убить. А у меня он залагал и бегать сам начал. Надо просто контр было нажать. Эти два лоха там, походу, остались. Он меня заглючило прямо, он сам бегать стал. В меня стреляют. Да? Так убей. Но попасть не могут. А я не знаю, где они. Опа, в меня попал. Ну, потому что я остановился. Он там в кустах где-то лежит. У меня много обезболивающих, у меня много энергетиков, я выживу. Я, по сути, ничего не сделал вообще. Падал. Кто убил? Я там двоих уронил, мне нихера не... Ну, так и подняли там друг друга. А я вообще из-за того, что у меня бегать сам начал, я вообще ничего не сделал, не смог сделать. Я даже бота убить не смог из-за того, что он бегать сам начал. Почему все боты с его стороны бегут? У меня чувак стырил только что бота. Я вон еще одного вижу бота. Это не бот. Но я его убил. Это был не бот, но а я его убил. Там? О, бот. О, это не бот. Ты видишь, сколько он мне покоцал? Он бы слишком глупо бежал для человека. Походу вот это. О, бежит, бежит. А чё он хер знает где бежит, это не починки даже. Я сейчас другого. А ты в кого стреляешь? Ещё кто-то есть? Да. Где? Почему я не вижу? Потому что его... Ну он не починки. Он, к сожалению, не в починках был. Он вообще в другую сторону посажал, в лес. А засчитывается, если я нахожусь в починках и убиваю за пределами починка, или наоборот, я могу убить издалека в починках, или обязательно должны оба находиться в починках, вот вопрос. Оба. У нас только двое может в машине вместиться. А ты чё, вылез? Я думаю, ты его подобрать хочешь. Как я? А тут вообще один катается, эгоист. Эгоист. Всех ботов перестрелял вначале через мутанта и уехал. Кстати, не знаю, как здесь, а вот в большом папке можно на крышу машины, короче, аэродроп. Чтоб упал, и ты, короче, уедешь вместе с аэродропом. Хочешь, чтобы в аэродропе ничего не было?
будет. Вот теперь в нем ничего не будет. Серьезно? А, нет, будет. Нифига он задрот. О, боты. Нет, это не боты. Боты. О, сбоку. Справа. Где-то вот здесь. Вот где-то вот здесь вот они. Блин, не лечиться нечего. Все, он мне хана, короче. Ты чё, сдох? Я даже лечусь, тут лежу. Меня не убивают. Тут со всех сторон боты. Ой, то есть люди. Боты. Я их уже с ботом... Я лечусь потихоньку. Потому что... А я, короче, умираю. Сейчас уже бой закончится, пока я вылечусь нахер. Тебя уронили? Откуда? Да. Вот тот чувак убил того чувака. А я, походу, в бота стрелял. Ну или это не очень умный человек. Да, жалко, пацану. Он что, пулемёт, что ли, подобрал? Походу. Может, у него как у тебя зависло? Патроны кончились, по-видимому. Только он стрелял в ту сторону, куда и поехал. Пошли. Иду. Кстати, вот ну круто, со четырех сторон. Кого-то видит. И стреляет. Даже не метит врагов. Тут... Его взяли, походу. Опять пулемет. Кто убил? А, мы победили? Убил? А, я убил, просто. А я думаю, что мы зависли, короче, у меня зависло все. Блин, а я за аирдропом побежал. Нифига. У него 12 фрагов и 1000, зато у чувака 9 фрагов и 1500. Вот кто из них лучше играет. Блядь, дверь отклеилась. Тут кто-то бегает. Я не слышу. А, вон, я вижу бота. А может и не бот? Это люди. Тут еще есть. Да, это люди, это люди. Сверху. Сверху, сверху, сверху. Я убил его. Поздно увидел. Он в кого-то целился просто. Он стоял странно. Это оба, на бота... это оба были люди. У меня есть аптечка большая, нужна? Не. Ладно. Так, вылечу. Блин, не успел подняться, ну ладно. Зону пошли. У меня 4 коктейля Молотова. Если что, буду закидывать в последний раз. Давай вот так вот, я вот так а, вот буду ходить. Я... Ты его просто уронил? Убил, он одиночку был. Блин, это плохо.
Оба, на, с двух сторон там стреляются. Тут, походу, а мы очень много посередине. одиночек. Мы посередине, получается, будем, да? Тут очень много одиночек, получается. И пока с этой стороны сижу. О, вижу, вижу. За камень, это человек. Он что-то вот такой... Хер поймешь, куда показал, зону пошли. Он по дуге обходит. Это человек, он сидя бежал. В третьем шлеме. Пошли, Каська. Хотя бы за камешек. Он где-то здесь. О, еще одного вижу. Где? За деревом. За деревом. За нашим, другой. За камнем. Блядь, там снайпер стреляет. Они все одиночки, что ли? Блять, уронил. Блин, ты я сейчас вылечусь. Вообще? Я лечусь. Меня чуть не убили. Нафига убежал? Блин, а меня сейчас меня убьют сейчас, если я пойду к тебе. Ты можешь ко мне приползти? Нет, не могу. Блин, я тоже не могу к тебе прибежать. Можешь. Ой, и не вижу, бежать, вижу, все, вижу. Меня убили. Блин, зависло. Да тебя убили, поэтому завис. Нет, у меня хрень зависла. Могли бы выиграть. Могли бы, я чё, виноват, что так получилось. Да. Я тут один не выживу. Ну это да, без вариантов. Но они, скорее всего, все три одиночки. Если я еще мог, блядь, со снайперкой. Они все три одиночки. Я сейчас зону убью. Я знаю. Так, на шестерку, да, коктейль Молотова? Тебя слева стреляют. А может и не в тебя. Это право, блядь, было. Вон он, чувак, блядь. Я вижу. Я знаю. Ой. Блин! Дурак, блядь, кулаками в него стрелял. Я знаю этот дым. Это после коктейля Молотова. Нихера не поднял меня. Зато топ-2. Ебину куда-то. А меня зона убила. 1.